Итак, благодарность уходящему году. За что же мы можем сказать «благодарю» уходящему году? Скорее всего, большинство из вас согласятся с тем, что 2020 год повлиял на каждого. В повседневных заботах мы часто не замечаем, сколько всего с нами происходит. Любое событие, любая эмоция влияет, меняет и что-то привносит новое в нашу жизнь. Поэтому иногда полезно остановиться, вспомнить, исследовать, понять, что и как на нас повлияло, и, конечно, поблагодарить за любые события, моменты и эмоции. Самым значимым поводом для этого может стать начало нового года. Подвести итог, настроиться на следующий год, на желаемые изменения, а не бросать все на самотек. Сегодня будем благодарить уходящий год за все. Да, буквально за все. Практика благодарности помогает переместить фокус неудачи и негатива на позитив. Именно изменение фокуса поможет вам вырваться из замкнутого круга. И вот практика 100 благодарностей. Возьмите лист бумаги и ручку, налейте свой любимый напиток, устройтесь поудобнее. Отключите телефон и сосредоточьтесь. Напишите не менее 100 пунктов благодарности уходящему году. Благодарите за все хорошее, за ваши успехи, достижения, радость и помощь. Если вы считаете, что ситуация была негативной, подумайте, чему она вас научила, какой вывод вы сделали. И тоже поблагодарите. Поблагодарите всех своих друзей и близких, и тех, кто встретился вам на пути, пусть они не были вам знакомы, но оставили след в вашей душе. Помните, благодарность не имеет границ. Благодарите ли вы за грандиозный успех или за ромашку, подаренную вашим трехлетним малышом? Эффект от благодарности не меняется.